Всем привет, с вами Аннабель. В предыдущих трех видео я показывала вам, как сделать вот такую вот мебель для гостиной. И сегодня это будет четвертая часть, последняя. Я покажу вам, как сделать подставку под телевизор. И для этого нам понадобится две коробочки от спичек, цветная бумага, у меня розовая, конечно же клей, и ножницы. Для начала нам нужно эти две коробочки вместе обклеить цветной бумагой. И вот так вот у меня получилось. Это как бы все, но к ящичкам на тумбочке вы можете еще прицепить любые какие-нибудь стразики или шарики, чтобы было похоже на ручки. Я использовала стразы, и у меня получилось вот так вот. Вот так вот это выглядит с телевизором. Эту тумбочку можно поставить еще и в другие места. Например, вот так. И на этом все. Надеюсь, вам понравился мой полный комплект мебели для гостиной. Это была последняя, четвертая часть. Ставьте лайки и подписывайтесь. Всем пока!